Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на канале Топ Сад и рассказываем о посадке томатов в теплицу. Вот некоторые там, извините, перцы. Вот некоторые перцы мы уже посадили и используем универсальное удобрение от Organic Mix. Сейчас посмотрим, как это будет у нас происходить. Так, итак, вот выкопали луночку. Подготовили, засыпали удобрения Organic Mix, уже засыпали, часть оставили. И теперь, да, вытаскиваем наш томат. Так. Ставим его в луночку, видите, прям все, прям ручки. Очень хорошо подошло. Так. Так, и теперь прижимаем. Вот. Вдавливаем. Вдавливаем. Делаем. Окучиваем. Бороздочку такую. Сеем. С углублениями. Добавляем оставшийся Organic Mix, чтобы у нас продолжал работать. Так, и все это закрываем. А поливать? Обязательно. А как же? Без полива это не пройдет. Да. И поливаем. Побольше, побольше, не жадничай. Маловато воды дала, маловато. Я еще потом полью. Ну, итак, удобрение универсальное. Это для овощей мы использовали. Что сюда? Ну, вы, наверное, сами можете прочитать, но ты просто озвучь. Стимулятор роста, уникальная разработка на основе морских водорослей. Способствует упругости растения, насыщенному цвету листьев, повышает устойчивость к низким температурам, уменьшает стресс при посадке, рост иммунитета растения и сопротивляемости к заболеваниям. Ура! Так что вот такое. Ну, по прошлому видео мы вставим вам подсказку, какие в прошлом году у нас были здесь перцы. Перцы, ну, и не знаю, с полголовы вот так вот вырастают. Ну, кстати, здесь в прошлом году мы тоже пользовались удобрениями Organic Mix. Отлично, господа. Подписывайтесь на канал Топ Сад. Мы готовы поделиться самыми последними технологиями в саду и огороде, чтобы у нас и у вас урожай был полный чаш. Вы не испытывали никаких проблем с получением настоящего изобилия, и это давалось вам легко, просто, весело и очень быстро. Топ Сад рад вам, друзья. Удачи на даче вместе с перцами. С перцами в придачу. И самое главное, не забудьте поставить номер томата. Это означает, какой сорт у вас. И заведите обязательно дневник. Без этого информация потеряется, и вы теряете, можно сказать, урожай. Всего лучшего.